Большая Балашиха Лайф. Новости. В городском округе Балашиха продолжается ремонт улично-дорожной сети. В настоящее время завершаются работы по водопропускному сооружению на улице Трубецкая в районе моста через реку Малашка. В ходе этих работ были восстановлены все повреждения, была устроена новая портальная стенка, было, значит, сделано габионное сооружение для защиты береговой зоны, затем, ну, от обрушения. И в настоящее время уже ведутся благоустроительные фактически работы. Андрей Платонов выразил надежду, что объект дорожного хозяйства прослужит долго и будет радовать горожан не только внешним видом, но и надежностью и функциональностью. Окончательно завершить работы планируется до Дня города, который, напомню, в этом году состоится 10 сентября. Вера Безгина, Виктор Демин, Роман Суслов. Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.